Реклама десятых, подборка ностальгии. Так, тихо. Я уже сделал слишком много. Последнее желание исполнено. О! А где с орехом? Это имба. О, девочки. M&M's. В любом месте хочется съесть. Раньше M&M's очень сильно любил. Сейчас как будто я просто обычные орешки больше люблю. Эй, Робинзон, а лодку пожелать не мог? Если вам с утра пораньше... Так, это Липтон. Захотелось молока. Да? А, нет, это молока. Вы корову разыщите и хватайте за рога. А, это Аленка. И всей семье раздайте нежный шоколад Аленка. Молока в нем очень много, он полезен для ребенка. Таких, как ты, всегда видно издали. Поколение Джей. Я охуительная реклама. Я на самом деле так смотрю сейчас, какое ощущение, как будто рекламы стали скучнее намного. Но даже вот в 10-х годах, я думаю, ребята согласятся, в нулевых были они еще жестче. То есть они в 10-х не так плохие, но в нулевых вообще жесткие. А сейчас как будто, ну, на похуй делают, что ли. Вот это моя любимая реклама. Это, по-моему, реклама M&M's или Марс. Подожди. Сука, я вспомнить не могу. Сникерс, да. И ты когда голоден. А, с мистер Бином, да, точно. Ян, соберись. Сука, настроение посмотреть какой-нибудь китайский фильмец про боевое искусство. Типа, знаете, затаившийся тигр... Не, подожди-ка там. Нападающий тигр, затаившийся дракон, я уже не помню. Вспомни тренировки. Чан, ты рассеянный, когда голодный. Съешь Сникерс. Лучше. Так все надо бежать, ребят. Лучше. Ты не ты, когда голоден. Сникерс хочу теперь. Не тормози, Сникерс не. Теперь Сникерс хочу. Любовь, когда ты готов на все. Когда все. Блять, а не подожди. Это же сцены из Марио. Ради нее любовь, когда... Это сцена из Марио! А ты готов на все, кроме этого. И этого. Так, стоп, сразу не. Хорош, я на это не подписывался. О, боже, зачем ты создал этих женщин? Женщины, да, женщины, это вообще жесть. Друзья! Космостарс! Помните, Несвик еще реклама тоже была охуенная с Сквики? Встречайте Космостарс! Я причем некоторые из этих реклам смотрел как отдельные мультики. Фантастически вкусный медовый завтрак, хрустящие звездочки... Все, я хочу Космостарс. Ух ты! Все на борт, исследовать... Я хочу, все, я хочу. Космостарс, звездочки и ракеты, космическая вкуснятина... Блять, я такую кружку хотел на Нескафе шоу, понимали? То есть я еще кофе не пил никогда, ну, когда был маленький. Сейчас-то я, конечно, ну, кофеман такой. Когда был маленьким, там они постоянно говорили, вот вам кружка Нескафе. И я, короче, собирал всякие вот эти вкладыши, крышечки. Я просто не помню, что там нужно было именно. И чтобы себе выбить такую кружку. И один раз у меня появилась. Бля, это кайф. Новый Nescafé Classic из красных кофейных ягод. Свежий вкус и аромат кофе для свежего начала дня. Ну да, трюк выполнен профессионалами, не повторять. Ну да, конечно, профессионалом. Я вот прям представляю, как у сейчас камера летит за этой шайбой. Все начинается с Nescafé. Качество... Киткат! О, не Киткат, а этот, Твикс. Блять, Твикс, да, Твикс же, по-моему. Твикс, да, Твикс.
Давным-давно Симс и Эрл, создатели батончика Твикс, разорвали отношения. Легендарные. Буквально поделив батончик на две палочки. Поэтому было принято решение разделить производство. Симус хотел создать фабрику для выпуска левой палочки Твикс, а Эрл – правой. Я за правую. Выбирая место для строительства... Мне правая всегда нравилась больше. Эрл решил уехать как можно дальше от своего бывшего партнера, но, как выяснилось, уехал недостаточно далеко. Левая лучше? Ну, не знаю, для сосунков левая. Типа, правая намного лучше. Симус работал над своей фабрикой день и ночь, а Эрл над своей круглые сутки. Оба хотели построить особенное, неповторимое здание. Каждый восхищался своим творением, а постройку бывшего партнера считал заурядной. На каждой фабрике использовалась своя уникальная технология создания Твикс. На левую палочку Твикс карамель лилась волнами, а на правую струилась. На левую палочку шоколад наливался вертикально, а на правую сверху вниз. И вот это решало. Абсолютно разные создатели, совершенно разные фабрики и такие разные палочки. Ничего общего, кроме обертки и узких ворот. Попробуй обе и реши, на чьей стороне ты? На правой. Red Bull. А что мне делать с Яшей? Птенчик уже 35. Ля, я не могу, я с этих итальянского вот этого акцента так угораю. Вы видели в ТикТоке сейчас этот популярный чел? Повар. Он такой стоит. Бонжорно. Это сперма моего дяди Альворна. Он хранил ее целых 20 лет. Он был настоящим итальянцем. Бля, я так с этой хуйней усываюсь. Все сидят в гнезде. Стирай, убирай за ним. А, да-да, это мой его дядя Наварро, он был настоящим итальянцем. Вы таки не пробовали Red Bull? Red Bull окрыляет. Лиля, где мама? А, поднялась над проблемой. Эй, а что этот шаман делает? Не мешайте. Я пытаюсь передать силу красного быка нашему брату, уставшей вороне. Это прошлый век, дедуль. Red Bull окрыляет. Я, кстати, тоже думал, что Red Bull окрыляет, а потом узнал, что энергетики садят сердце, и я такой, ну, это самый большой обман вообще в жизни. Я джин, я исполню 3 твоих желания. Так, а это что, это гастал? Хочу, чтобы прошла изжога 1, боль 2 и тяжесть в желудке 3. Ну, ты чё, долбай... Это, я только сейчас понял, насколько это тупо. То есть тебе подходит джин, и ты такой, давай желудок мне исправь. Ты можешь попросить все что угодно. Папа, джинны такого не могут. А гастал может. Таблетка гастал. А, да, это реклама, я забыл. Помогает быстро избавиться сразу от 3 проблем. От изжоги, боли и тяжести в желудке. Так ты мог сказать просто, что хочу стать здоровым, все. Так какое у тебя желание? Хочу торт. Изжога, тяжесть, боль застала. Тройное действие гастала. Друзья, чтобы выжить, придется кого-то съесть. О, это было непростое решение. В общем, мужик, все проголосовали за тебя. Чё? Как за меня? Но у меня ипотека. Поздно, мужик. Поздно, мужик. А, купился! Шутка! Все проголосовали за оранжевого. Стоп, что? Ля, это охуенно. Я голосовал... Вообще, а так конечно нет отдельного фильма про M&M's? Мне кажется, круто было бы. Обсудим за обедом. Energizer Maximum. Самая мощная... О, Energizer. Щелочная батарейка. Есть же Duracell, где зайчик. Кстати, зайчиком тоже были классные рекламки. Но мне Duracell нравится больше. Кстати, только из-за зайчика покупал их. Energizer. Для высокотехнологичных устройств. Больше снимков, больше игр, больше развлечений. Energizer Maximum. Работает до 80% дольше. Адреналин. Ну, это легендарная реклама. Легендарка. А, там были женщины? Я даже не знал. А, вертолет! Ой, самолет, башни, не надо! Адреналин Раш. Абсолютная энергия. Воскресные дни в нашем доме похожи один на другой. Папа, играй со мной в прятки. Наша бабушка... Он что, камеру рекламирует? Лиза, как будто сериал «Воронины». А мама дарит нам радость.
сладость. Тофифи очень вкусные. Меня, причем раньше я обожал этот, как он называется. Тоже конфетки, только не в таких упаковках. Тоже на «мы» начинается. Блин, тоже вспомнить не могу, но перешел он Тофифи. Тофифи. Ведь в одной конфетке... Меллер, да, Меллер. Тофифи. Есть 4 причины для улыбок всей семьи. Чашечка из мягкой карамели, цельный орех, кремовая нуга, а еще восхитительный шоколад. Вы сейчас мне продадите Тофифи в будущем. Вы зачем это делаете? Почему? Каждый день не может быть воскресенье. Столько радости в Тофифи. Я так счастлива, так рада. У меня есть ты. Засунь мне в рот свой хуй и скажи мерси. Мерси, засунь хуй мне в рот. Спасибо из уникальной коллекции тебе, что большой. Спасибо, что ты. Сука. Вот это поебота вкусная, недорогая. Не, кстати, мерси, а вкусные лишь только несколько шоколадок. В основном мерси кусок говна. Там есть только вкусные, а есть говнище там. О, Борис! Это Борис! Кот Борис! Я когда был маленький, не понимал, кого так дрессируют. Сказали, что он один на миллион. Даже есть какие-то легенды, что Бориса нашли на улице. В чем секрет ежедневных побед кота Бориса? Конечно, в Китикет, приготовленном по-домашнему из натуральных продуктов, привычных всем хозяйкам. А Борис все еще жив или нет? Он умер? Китикет – еда энергичных кошек. Так, что за реклама? Смотреть не могу. Наверное, что-то детское. Милка. Заплатил Милкой. А, не, вдохновил Милкой. Еще это папа нежнее, Карла? Еще вкуснее. Это папа Карла. В новой форме. Лионель Месси? Это лучший футболист мира за 2009-2012 года? Да вообще, на самом деле, Лионель Месси — это уже лучший футболист в истории. Я надеюсь, с этим уже все согласны. Ну, я думаю, все согласны. Это уже не дискуссионный вопрос. Я был так рад, когда Аршавин рекламировал Лейс. Блять, так жалко Аршавина, сука. У чувака могла быть действительно крутая карьера, но характер. Блять, так обидно за него. На какое место занял в 2008 году на золотой мяч, я не помню. По-моему, в десятку вошел лучших, да? Да, в 2008, по-моему, году. Вот есть два у нас прям супер крутых чувака, которые круто играли. Типа Украине Шевченко, у которого все было замечательно, пока он не зачем-то не ушел в Челси. К Абрамовичу, которому обещали до хера месяца, в результате он проиграл просто Дрогба, конкуренцию, в салат. И Аршавин, который просто из-за характера. Вот сейчас у нас получается, ну, Мхитарян, скорее всего, у него просто хорошая карьера. А вот Кварцхелия, бля, мне кажется, чувак может реально, ну, из СНГ прям разогнать. Мне кажется, Кварцхелия реально способен вот до чего-то дойти, до легендарного. Головин, не, Головина я уже не особо не верю, потому что, ну, пацан просто такой хороший, качественный футболист. Ну, какой-нибудь клуб, ну, повышение, он спокойно может пойти и будет, ну, хорошим футболистом. Не сказать, чтобы прям звездой, но хорошим. А Кварцхелия, в принципе, ну, мне кажется, может стать легендарным. Мудрик, переход неудачный, мне кажется. За так много бабок, у него там конкуренция просто ебейшая. Ну, прям, я не знаю, чуваку нужно потеть как тварь, если он что-то хочет добиться. Так вкусно, что не устоять. Тихо, тихо, тихо. Душнила, короче, которые не шарят за футбол. Мужчины общаются. Тихо. Если все идет не так, как ожидаешь на мир, с оптимизмом взгляни. Оставь позади, что не подходит, и не свист вперед на серый парад. Каждый день и час будет оптимизм твоих рук. Альпенгольд. Блядь, короче, когда я был маленький, у меня было желание попробовать все альпенгольды в мире. И я их прям, я прихожу, допустим, раз там, не знаю, в месяц, говорю, бабушка, купи, пожалуйста, мне альпенгольд. Там, я там раз в месяц покупал альпенгольды. Они, сука, еще дорогие были. Рублей 50, по-моему, стоили. Это реально дорого был в тот момент. Ну, то есть, ну, учитывая, что курс был рублей, ну, 20. Сейчас 100. То есть, ну, это сейчас, переводя вот на современный лад, это, ну, вы поняли, короче, дороже. И я раз в месяц их кушал, и я такой,
И в какой-то момент я забил хуй на это. Ну, то, что съесть хочу, не хочу. И я сейчас понимаю, что этих вкусов Альпенгольд туева куча. Их просто дохрена. Я смотрю на это все, думаю, ну, ладно, в жопу мою идею скушать все Альпенгольды. Это вряд ли получится. Ты че, сука, закончила ролик, а? Как же прикольно быть идиотом. На чужих ошибках я не учусь. Валяюсь в постели по похмельным субботам. Хоть все болит, но не пойду к врачу.